Сергей Машьянов уволен с должности начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, бывшего управления торговли. Соответствующее распоряжение городской голова подписал еще 12 марта, но опубликовали его только сегодня. В документе указывается, что чиновник освобожден от своих обязанностей по соглашению сторон. В последние месяцы в Одесской мэрии регулярно происходят кадровые изменения, а СМИ это связывают с переменой сфер влияния в городе. В число уволенных чиновников за последнее время попал и вице-мэр по торговле Олесь Янчук. Именно его ставленником масс-медиа называли Минчанова.